Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в Hills of Steel. И выбираем мы жнеца. Окраска у нас гоночная. Вот такой вот чувачок. Танк. И у нас жнец стреляет. Ох, хорошо, как он стреляет, смотри. Ой-ой-ой. Так, давай, сейчас подъедем поближе. Щелкнем его. Вот, щелкнули. Первый танк готов. Следующий у нас бежит. Ага, армада. Давай, давай, иди сюда. Сейчас я тебя пощелкаю. Есть, готов. А второй танк был не особо и сложен. Следующий легион, легиончик. Давайте мы его тоже помучаем немножко. Тихо-тихо-тихо-тихо. Легион вонючка. Едь ко мне. На, ой-ой-ой, переворачивает меня. На, получай. Есть. Готов. Готов один. А, вот и второй едет. Кнут. Ну, кнут нам не опасен. Сейчас мы его пощелкаем. Ой, хорошо, хорошо. Подождем немножко. У нас, кстати, вот пила вот эта очень мощная. И мы неплохо пользуемся. Так, у нас... А, с вертолетами надо будет поосторожней. Сейчас он подъедет сюда. И мы его постреляем. Ух ты, готов. Еще немножко. Давай, давай, едь сюда. Есть, есть, есть попадание. Готово, уничтожили. Мы вертолет. Второй бомбардирчик. Сейчас мы его тоже щелкнем. На, ух ты, подожди, подожди, подожди. Ты немножко это самое. Смотри, на кого едешь, а, алло. Все, уничтожили мы. И вертолет уничтожили, и первый, и второй. Так, лазерную пасть тоже мы сейчас с вами, ребята, уничтожим. Пусть подъедет поближе. Так, где? Вот он едет. О, какой красивый танк, смотри, а. Красавчик. На. Получай. Да, мы его спокойно уничтожили. Так, следующий. Следующий подопытный. А, гром. Удар грома. Давайте мы его сейчас с вами, ребята. Давай, едь ко мне. На, получай. Все, готов. Готов танк. Вот эта волна будет какая мощная, а, ребята, мы пройдем с вами эту игру. Так, следующий чувак у нас. Едь ко мне. Тихо-тихо-тихо-тихо. На. Ах ты какой хитрый. Получай. Я тебя сейчас расщеплю на атомы. Есть, готов. Готов. Кто там еще такой, а? Легион. Ты чего, а? Ты что творишь? Едь ко мне. Ой-о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 й, ребята. Есть. Уничтожили. Кнут. Кнут едет. Ну давай. Едь. Против жнеца-то. Так. Давай мы тебя сейчас отщелкаем. Подожди. О. Готов. Готов. Танк. Следующий у нас вертолетчик. Гонец ада. Летит. Так, мы сейчас в другом месте не встанем. Вот здесь вот. Нет, даже я сейчас выберу другое место. Где-нибудь повыше. А, смотри, можно ли удрать от вертолета? А, нет. Вертолет очень быстро едет. Так, мне нужен холм. Вот как этот, например. Ой-ой-ой. Далеко отъехали. Вот здесь сейчас встанем. И будем ждать вертолетчика. Есть, готов. Уничтожили. Второй вертолет у нас бомбардир. Будет бросать ракеты. Давай, сюда. Так, одну ракетку бросим. Ничего страшного. Опа, готов. Готов вертолетчик. Так, сейчас должен быть лазерная пасть. Да, лазерная пасть. Едет. Едет к нам лазерная пасть. Мы ее сейчас тоже щелкнем.
Иди, иди, иди ко мне. Давай. На, получай. Ух ты, тихо, тихо. На. Отдыхай. Все, уничтожили мы и лазерную пасть тоже. Удар грома. А, ну это гром едет. Гром, удар грома. На. Ух ты, у меня здоровье уже кончается. А, он меня уничтожил. Так, давайте возьмем. Восстановимся. Поехали. Так, удар грома, у него совсем немножко осталось здесь. Здоровье. Все. Быстро мы его уничтожили. Так, армада. Так, армаду тоже сейчас мы щелкнем. На, получай. Еще? Еще хочешь? Держи. Готов. Готов танк. Следующий. Легион. На, пошли, ребята. Вы повторяться стали. О! Против жнеца никакой танк не устоит. Это жнец. Это мощный танк. Который легко очень справляется с боссами. Все, готов. Так, пошли вертолеты опять. У меня уже и здоровья мало, поэтому надо аккуратно. С вертолетами шутки плохи. А давайте здесь встанем, попробуем. Ну, вот таким образом. Поехали, стреляем. Так, сейчас он будет подлетать, и мы будем стрелять дальше. Все, уничтожили. Остался второй у нас вертолетчик. М-бомбардир. Давай, иди сюда. Получай ударчики. Тихо, тихо, тихо. Но он сейчас будет хитро поступать. О, видишь, что делает? Ждем здесь его. Постреляем немножко. Все, готов. Готовы. Сейчас лазер. Лазерная пасть поедет. Вот, умеет лазерная пасть. Так, ну едь ко мне, едь. Сейчас, подожди. Так, никого нету. Давай я подъеду уже. Вот он, мой хороший. Вот ты мой хороший танк. А, уничтожил. Уничтожили меня. Ну, ничего страшного. 2100 монет мы заработали. Подполковник, прикинь. Продвижение. И давайте, ребята, теперь сыграем патруль джунглей. Выбираем нашего жнеца. И едем. Ох-ох-ох-ох-ох. Это джунгли у нас такие, ребята. Джунгли, они неспокойные. Так, что там, тебе еще один ударчик? Готов. Едем дальше. Так, это перевернулся, да, дурачок? Сейчас мы его циркулярной пилой. Вот, подсверлили. Ой-о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 й. Какой нехороший вертолет, а? Так, ладно, давай немножко назад отъедем. И резко вперед. Сейчас мы здесь найдем. А, дойдем до босса. Так, вот этот вот стоит. Давайте мы его быстренько. Ух ты, я не очень попадаю. Так, и вертолет пошел, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, этот готов. Вертолет готов. А вот и босс. Босс у нас в виде вертолета. Бомбардир. Ладно, давай сюда ко мне. А, бомбардир. Ах ты вонючка. Нехороший. Все уничтожили. Уничтожили босса. Бомбардирчика. О, давайте откроем сундучок. Посмотрим, что в сундуке. А в сундуке у нас монеты. Титан мина. И еще скорпион мина. Ладно. Так, а ну-ка, подожди. Классический схватка с боссом. Ребята, смотрите, у нас еще есть просто зеленый, да? И синенький. Ну что ж, будем заканчивать серию, такие дорогие друзья. А также я хотел бы передать привет Елизавете, Андрею, Елене, Оксане и Эльзе. А также я хочу передать привет скромному
И привет Жене. Да, море Жене. Ну что ж, друзья, если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, просто тебе надо быть подписанным на канал, поставить лайк на видео и написать в комментариях «Привет». Да, либо просто «Привет», либо «Передай привет». И в следующем ролике я тебе передам привет. Ну, на этом мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.